Приветствуем всех зрителей и подписчиков на нашем канале. Перед просмотром этого видео просим вас подписаться на наш канал, а также поставить лайк под этим роликом. Чтобы не пропускать следующие видео, нажмите на колокольчик, надеемся на ваше понимание. Умер актер театра и кино. Эту трагическую новость сообщила актриса Ирина Тарасова, которая вместе с ним трудилась в киностудии «Линфильм». Актер скончался на 72-м году жизни, причиной его гибели стал коронавирус. Неделю назад делала поздравительный пост, поздравляла с днем рождения, а он же лежал с ковидом, не выкарабкался, написала Тарасова. Артист дебютировал в кино в 1973 году, снявшись в кинокартине «Я служу на границе», также Анатолий Рудаков сыграл в таких фильмах, как «Сержант в милиции». «Трое в лодке, не считая собаки», «Государственная граница», «Мастер и Маргарита» и многих других. Благодарим всех, кто досмотрел видео до конца, а мы хотим напомнить, чтобы подписались на наш канал, а также поставили лайк под этим видео. Чтобы не пропустить следующие ролики, нажмите на колокольчик. Спасибо за просмотр!